Спортсменов 20 и 21 год, соответственно. Александра и Митчелл – серебряные призеры юниорского чемпионата мира 2010 года и бронзовые призеры чемпионата Канады 2011 года. Очень перспективный дуэт, который нравится болельщикам своей нежностью и еще таким юниорским задором. Очень сложно для этого уровня. Музыки. Фамильные твизлы. Здесь мы видим, сближаются куристы друг к другу. И очень удачно. Завершили свое выступление.